Свой последний матч в 2015 году футболисты казанского «Рубина» проведут здесь, на юго-западе Франции, в центре исторической области Аквитания. Город Бордо встретил нас густым туманом и температурой около 5 градусов тепла. Пятый на сегодняшний день по населению город Франции впервые был упомянут еще в первом веке до нашей эры. Тогда поселение на реке Гарона было захвачено Юлием Цезарем и стало столицей области. С каждым веком значение города для Франции лишь увеличивалось. Важные торговые пути неизменно прокладывались через Аквитанию. Трижды в Бордо из Парижа и вовсе переносили французское правительство и парламент, дабы уберечь их от наступления врагов в военное время. Последний раз это случалось в период Второй мировой войны. Сегодня Бордо – это крайне умиротворенное и спокойное место. Туристов в декабре здесь единицы, а местные жители наслаждаются привычным, размеренным для себя ритмом жизни. В городе, как ни странно, не так много достопримечательностей, главной из которых, пожалуй, является живописная площадь Делябрус. Зато здесь много музеев, различных выставочных центров, а сами бордосцы любят проводить фестивали и праздники. Пока город абсолютно неспешно и неторопливо готовится к Рождеству. Где-то уже висят украшения и расставлены ели, а в некоторых магазинах уже появились предрождественские скидки. Регион Бордо знаменит на весь мир своими виноградниками, где производят лучшее одноименное вино. И, конечно же, футбольной командой, которая 6 раз становилась чемпионом Франции. Каких-либо афиш или рекламы в городе о заключительном матче группового этапа Лиги Европы мы не обнаружили, как поначалу и самого стадиона. Как вы видите, утренний туман буквально полностью окутал весь город, а вместе с ним и новенькую красавицу-арену футбольного клуба «Бордо». Здесь летом 2016 года состоятся матчи чемпионата Европы. Вечером мы проведем для вас небольшую экскурсию, а заодно посетим тренировки команд, которые вы увидите первыми, конечно же, на Рубин ТВ.